сегодня я, Маша, ученица 9 А-класса, и мой младший брат Миша, ученик 5 А-класса, покажем вам, как мы испекли самый известный пирог поморской кухни, который называется ягодник, но мы решили его немного усовершенствовать и сделали в виде маленьких пирожных. Для этого нам понадобится миксер, 3 столовые ложки сахара, 3 столовые ложки сметаны, 3 яйца и 3 столовые ложки муки, чайная ложка разрыхлителя и 20 грамм сливочного масла. В большую силиконовую форму мы положили специальные маленькие бумажные формочки. Голубика, малина и малиновое варенье собственного приготовления. Добавляем 3 яйца и перемешиваем с сахаром. Добавляем сметану и сливочное масло, разрыхлитель и муку. Ждем, пока перемешаются все ингредиенты. Затем на дно формочки кладем столовую ложку теста. Кладем сверху голубику. И еще одну столовую ложку теста. Затем кладем малиновое варенье. Ставим в духовку на 180 градусов и на 25 минут и наслаждаемся процессом. Затем украшаем малиной. Вот такая красота у нас получилась. В конце мы посыпали сахарной пудрой. Вторую порцию пирожных мы украсили по-другому. Взбили белки и смешали с сахарной пудрой. Мы надеемся, вам понравится наш ягодник. Приятного аппетита!